Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу очень много упражнений в домашних условиях, которые помогут накачать ваши трицепсы. Именно в домашних условиях есть очень много упражнений. Итак, смотрим. Первое упражнение. Первое упражнение – это, конечно же, стандартные узкие отжимания, узким хватом, да? Ложим руки вот так, чтобы они узко были. Можно треугольником, можно просто прямо. И отжимаемся. В этом упражнении ваши локти должны смотреть назад. Не по бокам, а назад. Если локти будут смотреть по бокам, то у вас тогда еще больше будет включаться грудная часть. А если будут назад смотреть, то большинство нагрузки будет уходить на трицепс. Ну и на грудь тоже, конечно, куда ж без этого. Грудь работает тоже в этом упражнении, но трицепс работает больше всего. Итак, поехали, второе упражнение. Во втором упражнении нам понадобится стул. Делаем такое упражнение. Руки ставим прямо, локти смотрят опять же назад и выполняем такие упражнения. В этом упражнении нужно опускаться довольно медленно, а подниматься довольно резко. Третье упражнение у нас, друзья, будет с гантелей. Берем гантели вот таким вот образом. Вот так вот. Ставим ее за голову и делаем вот такие вот упражнения. Следим, чтобы гантель ушла полностью за голову. Скрылась за головой. Оп. И опять же вниз опускаем медленно, а вверх пореже. Следующее упражнение, друзья, тоже с гантелей. Немножко вес убрали, потому что в этом упражнении будет прорабатываться только один трицепс. Поодиночке будем прорабатываться, делается это так. Тоже гантели уходят за голову, потом вверх. За голову, вверх. За голову, вверх. И чувствуется, как очень сильно напрягается трицепс. И опять же, за голову медленнее, а вверх побыстрее. Следующее упражнение, друзья, тоже с гантелей будет. Встаем вот в такое положение. Верхняя часть руки у нас прямо смотрит туда, вперед. И работает только нижняя часть. Делаем вот такие упражнения. Оп. Заметьте, двигается только нижняя часть руки. Верхняя остается на месте. И со второй рукой делаем то же самое потом. Вот, друзья, это были те упражнения, которые вы с легкостью можете выполнять дома. Я бы мог, конечно, показать вам еще примерно 3 упражнения, которые можно выполнять на скамье, но так как скамьи дома нету и придется ставить стулья, это будет не особо удобно. Поэтому я исключаю эти упражнения, но если вы захотите, то я в следующем видео смогу показать упражнения на скамье. Но думаю, вы сами все их знаете. Поэтому вот, друзья, спасибо за просмотр, уже час ночи у меня, снимаю для вас видео, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покажите это видео друзьям, также напишите комментарий, что бы вы хотели еще увидеть, и всем пока, до встречи!